Всем привет! Всем привет из Иерусалима! Сегодня мы продолжим знакомить вас с Новым Иерусалимом и покажем вам несколько иерусалимских фонтанов в центре города. И, конечно же, немного о них расскажем. Наступило лето, и жара набирает обороты. Поэтому тема фонтана выбрана не случайно. Все-таки рядом с водой как-то прохладнее и повеселее. Сейчас мы в парке Блюфельда, и наша цель – фонтан Львов. Это первый фонтан Нового Иерусалима. Поэтому мы начинаем наше маленькое путешествие именно с него. Надо сказать, что фонтаны в Иерусалиме популярны не были. Причина всем понятна – нехватка воды. Но вот эта тропинка прямо ведет нас к фонтану Львов. Фонтан появился здесь в 1989 году. Это был подарок правительства ФРГ. Гельмут Коль присутствовал на открытии этого фонтана. На наше счастье, фонтан перестал фонтанировать. Бывает же такое. Сегодня здесь немало экскурсий для детей. А я хотел обратить ваше внимание на следующую вещь. Обратите внимание, на вершине этого дерева находится голубь с веточкой оливы. А дерево само состоит как бы из трех ветвей. Это символ трех основных монотеистических религий – иудаизма, христианства и ислама. Лев – библейское животное, символ царственности, символ колена Иуды. Мощный образ, используемый на протяжении веков в искусстве. Львы – основные фигуры композиции. Гернот Румф, автор этого проекта, подолгу наблюдал за поведением львов в Иерусалимском библейском зоопарке и зарисовывал их движение. Архивное видео мая 2020 года. У парочки львов появились на свет детеныши. Как говорится, у каждого есть свое счастье. Мы пришли, и фонтан перестал работать. Но мы очень ждем и надеемся, что вода снова пойдет. Давайте рассмотрим еще одну фигуру этой композиции. Посмотрите, это маленький лев, львенок. Почему здесь изображен именно львенок? Дело в том, что лев Иуды, символ колена Иуды, это все-таки львенок. Потому что в Писании Иуду сравнивают с молодым львом. Но это в переводе, в Септуагинте, его сравнивают как молодой лев. А в оригинале говорится гур-ария, а гур – это детеныш. Вот он, львенок. Посмотрите, какая у него симпатичная мордашка. Внутри фонтана есть два цветка. Это розы. Они относят нас к песне песней, как розы посреди прудов. Дети резвились вовсю. Плескаться, обливаться водой дети готовы всегда, тем более в такой жаре. Фонтан полон символизма. Сейчас мы рассмотрим еще одну его композицию, которая называется «Лев и мышь». Обратите внимание на этого льва. Какой он гордый, самый настоящий царь зверей. А рядом с ним у его лапы крохотная маленькая мышка. Притча «Лев и мышь», она, в общем-то, прошла сквозь многие народы, начиная от басен Эзопа и заканчивая Толстым. Итак, я вам расскажу. Как-то лев поймал мышь. И взмолилась мышь: «Не губи меня, спаси мне жизнь, а я, может быть, тебе пригожусь, я отплачу тебе за спасение». Лев только рассмеялся, но мышку отпустил. И случилось так, что лев попал в сети охотников. И никто ему не мог помочь. Ни кабан, ни медведь, ни лисица. И ревел лев в отчаянии. И вот на его призывы о помощи прибежала маленькая мышь. И что же она сделала? Да она перегрызла узлы, и лев оказался на свободе. И подумал лев: никогда нельзя пренебрегать малыми, и никогда нельзя терять надежду. Вот такая притча. Это простая история, иносказательно затрагивает универсальные темы отношений между людьми. Наглые вороны вот так без пиетета носились к вожаку львиного прайда. Посмотрите на детали.
У голубей фонтана особые прически и даже косички. Мы очень упорные с Ларисой ребята. Ждем воды в фонтане. Дети уже не выдержали ушей, они тоже долго очень ждали. Хотел обратить ваше внимание, на контраст цвете. Вот такие золотые ушки с золотистым оттенком и зеленая мордочка льва. Почему? Первоначально вся эта композиция скульптурная горела огнем золота, то есть бронзы, конечно. И она была прям такого красивого цвета. А потом она позеленела, потому что со временем бронза зеленеет. И в результате этого мы видим такие позеленевшие скульптуры. Вот. Но вот ушки, потому что дети или посетители берут за ушки львов, конечно, выделяются вот таким вот желтовато-золотистым оттенком. Если, конечно, начистить заново эти скульптуры, всю эту композицию, она будет сверкать золотом, будет такая яркая и красивая. Но, видимо, некому. Пришел рабочий, обслуживающий фонтан, и заметил неполадки. Ура! Ждали не зря, подумали мы. Но не тут-то было, и мы ушли, но, как видите, вернулись. Голубь с листиком оливы – символ мира, самая высокая и центральная точка всей композиции. Древо жизни – три ветви, три мировые монотеистические религии. Шипы на дереве – это те трудности и боль, которые испытывают народы региона. В композиции мирно соседствуют и львы, и мыши, и голуби. Сочетание растительности, воды, животных призвано создать гармонию, умиротворение, ощущение покоя, которые символизируют библейский райский сад. Свободно стекающая в четырех местах вода в замысле автора фонтана – это четыре реки – Фисон, Гихон, Тигр и Евфрат, вытекающие из Эдема. А основная идея, заложенная в композиции, это, конечно же, мирное сосуществование. Тема, актуальная во все времена. К работающему фонтану мы вернулись на закате. А пока, немного разочарованные, но не теряющие надежды, движемся дальше. Мельница Монтефиоре – одна из визитных карточек Иерусалима. За нами остается шотландская церковь Андрея Первозванного. А мы едем дальше по улицам центра Иерусалима. Узнали? Торговый центр Аль-Роф Мамила Авеню. От гитариста-виртуоза отойти было нелегко.
В 2007 году долгострой, протянувшийся на десятилетия, все-таки завершился. Иерусалим получил вот такой торговый променад, который выходит с одной стороны на старый город Иерусалима, но нам сегодня в другую сторону. С левой стороны фешенебельная гостиница Вальдорф Астория Джерусалем на месте исторического отеля Палас, фасад которого сохранен. Справа древнее мусульманское кладбище и парк независимости. Двухэтажные туристические автобусы, готовые с ветерком прокатить вас по Иерусалиму. Впереди площадь Франции или Парижа. В общем, французская площадь. От неработающего немецкого фонтана мы пришли к такому веселому, можно сказать, пышущему жизнью французскому фонтану. Это парижский фонтан. Ну как же еще может называться фонтан, который находится на площади Франции и подаренный Иерусалиму мэром Парижа Бертраном Деланоэ? Бертран Деланоэ сказал так, что я бы хотел добавить Иерусалиму немного французского шарма, подарив ему несколько французских фонтанов. В 2007 году газеты в Израиле писали, что Франция подарит Иерусалиму 5 копий французских фонтанов. 2 мы точно знаем, где находятся, остальные не знаю. Да, кстати, надо сказать, что изначально предполагалось, что здесь, на площади Франции, будет стоять Эйфелева башня. Нет, не та самая знаменитая, а ее 27-метровая копия. Но копия так до Иерусалима не добралась. Скорее всего, так и осталась в проектах. А вот фонтаны мы получили. Фонтаны появились не просто так, а в честь 40-летия воссоединения Иерусалима в 2008 году. Интересно, что фонтаны получили в 2008 году. И именно в этом году площадь Франции переименовали. Мэрия Иерусалима переименовала эту площадь, дав ей название площади Йонатана Полларда. Йонатан или Джонатан Поллард – это американский еврей, который в 1985 году был осужден в Америке за шпионаж в пользу Израиля на пожизненное заключение. Дело было очень резонансным, и Поллард признал, что передавал сверхсекретные материалы, касающиеся военной ситуации в арабских государствах Ближнего Востока, от действий которых зависит безопасность Израиля. В 1995 году он получил гражданство Израиля. В заключении Поллард пробыл 30 лет и еще 5 лет был невыездным. Ему было запрещено покидать территорию США, поддерживать контакты с Израилем и давать интервью. Все годы, которые он провел в заключении, велась борьба за его освобождение и репатриацию в государство Израиль. В 2020 году Джонатан Поллард прибыл в Израиль. А раз Джонатан в Израиле, то площадь снова может называться как Французской площадью. Вот такие вот парадоксы современной, ультрасовременной истории государства Израиль. Фонтаны – завораживающее зрелище и, пожалуй, нравится всем. Хотя на этом месте стоял когда-то фонтан, который многим не нравился. Не потому что фонтан, а потому что периодически его струи обливали людей водой. Мы направляемся через парк Независимости на улицу Бен-Иуда. Эта улица посвящена знаменитому Элиэзеру Бен-Иуду, основателю современного языка иврит.
Почему мы идем на улицу Бен-Иуда? На этой улице находится еще один замечательный французский фонтан. Парк Независимости – второй по величине парк Иерусалима. Парк Независимости расположен на месте древнего мусульманского кладбища. Хоронить здесь начали еще в 7 веке нашей эры. Сейчас осталось примерно 10% древних захоронений как исторический памятник. В 1996 году парк перепланировали по проекту архитектора, известного архитектора и ландшафтного дизайнера Шлома Аронсона. Вот обратите внимание, здесь тоже есть некие фонтаны, водостоки, напоминающие нам о древнем бассейне для сбора воды Мамила. А вот в этом городской мэрии отгороженном месте находится знаменитая в Иерусалиме пещера львов. Примечательно, что для всех трех религиозных традиций – иудаизма, христианства и ислама – сложилась устойчивая традиция о почитании неких львов, которые охраняли тела праведников. Причем в каждой традиции эта история обросла своими интересными подробностями. Может быть, это был один лев, а может быть, было их несколько. Они охраняли тела праведников. Поэтому пещера львов, как достопримечательность, как некое даже удивительное святое место, ограждено. Этот парк известен тем, что здесь располагается древний водосборник Мамила. Вот прямо за мной сейчас, он там внизу, мы видим его частично, фрагмент этого водосборника. И он служил нуждам города вплоть до начала 20 века. Древний водосборник уже без воды. И эти лотосы цветут в другом месте, в искусственном озере у Иерусалимского ботанического сада. И пока мы идем по парку дальше, вы можете полюбоваться одним из самых древних видов цветов на Земле. Лотос, как и цветок подсолнуха, поворачивается в сторону солнца. И это символ чистоты и любви. Сиреневые цветы – это пандетерия. Прямо из парка Независимости обращает на себя внимание новое здание, строящееся. Это здание Музея Толерантности. Но я хотел обратить ваше внимание на вот эти вот систему очень интересную, полива. Сначала прокладывается инфраструктура, а потом садятся саженцы розмарина или лаванды. И это очень красиво. Это классический ландшафтный дизайн, который используется в Иерусалиме. И, по сути дела, мы часто видим лаванду именно и розмарин. И из вот таких крошечных кустиков вырастают потом огромные заросли, которые цветут, дают хороший запах. Особенно в летний период жары, зноя, розмарин выделяет прям такие благовония. Я стою на интересной сейчас площади, которая имеет народное название Кошачья площадь.
Но не все, далеко не все знают ее настоящее официальное название. Официальное название ее называется Макаби Моцри. Макаби Моцри был один из командиров Пальмаха, первых еще начальных отрядов армии обороны Израиля. И вот у меня ностальгические сейчас нахлынули воспоминания, когда здесь в высоком здании позади меня была гостиница Кикар Цион, площадь Сиона. И там селились наши группы православных паломников. И мы назначали им встречу здесь, прямо на Кошачьей площади. Мы говорили, на Кикар Хатулет, вот здесь встречаемся. Автобус нас забирал там на маршрут и так далее. Они шли пешком. Теперь это переделанная фешенебельная гостиница Герберт Самуэл. Это был верховный комиссар Палестины Герберт Самуэл при британском мандате. А левее улица с красивыми зонтиками. Мы их уже об этой улице делали целый сюжет. Это улица Моше Яэля Соломона, известного общественного деятеля, издателя, раввина. И вы можете посмотреть отдельный сюжет «Тени парящих зонтиков». Мы сейчас, кстати, туда и пойдем. Эту улицу уже в течение нескольких лет в рамках проекта «Небо из зонтиков» наряжают вот так вот ярко, красочно, радостно, между тем давая тень в наших таких тяжелых, нелегких погодных условиях. Первый раз в небо взлетели зонтики в Португалии в 2011 году. А нам вперед! Одним глазком глянем на фонтан в виде арфы на площади музыки. Девчонкам, конечно же, хочется поиграть с водой, но папа на страже. Улица в тени парящих зонтиков очень красочна, и прогуляться по ней сплошное удовольствие. Сейчас мы на пешеходной улице имени Бен Иуды, основателя современного иврита. И вот мы уже почти у цели. А цель – еще один французский фонтан. Только вот непонятно, с какой целью струю воды поместили в стеклянную трубку. Итак, дорогие друзья, вот я стою у парижского фонтанчика в Иерусалиме. Это точная копия фонтанов, которые во второй половине 19 столетия установил в Париже Ричард Уоллес. Кто такой Уоллес? Уоллес – это английский баронет, член Конгресса, незаконнорожденный сын французского маркиза. Проект так и называется «Фонтаны Уоллеса». Что это были за фонтаны? Это не просто какие-то фонтаны. Это фонтаны с питьевой водой, которых было установлено в Париже более 100. Проект финансировал как раз-таки английский баронет. У него были очень большие серьезные связи, конечно же, с Францией. Он любил очень Францию и вот пожертвовал Франции во время франко-прусской войны более 2,5 миллиона франков. Очень большие деньги, в том числе и на питьевую воду. С чем это было связано? Дело в том, что вода в Сине была очень загрязнена. Водоносы продавали воду за очень большие деньги, питьевую воду, и бедноте просто нечего было пить. Существует легенда, возможно, она только легенда, что Ричард Уоллес пришел в одно из французских кафе
и попросил стаканчик воды. А ему сказали, стаканчик воды только плюс чашечка кофе. И тогда и возникла у него идея подарить Парижу такие питьевые фонтанчики. 4 вида фонтанчиков он разработал сам. Вот это один из видов. 4 кариатида вы видите, да? Да, интересно, что к этим фонтанчикам было привязаны на металлических цепях металлические стаканчики до 1952 года. Потом уже их убрали по гигиеническим соображениям. До сих пор они действуют, до сих пор в них питьевая вода в Париже. Осталось на сегодняшний день чуть более 100 таких фонтанчиков. Многие были просто безвозвратно утеряны во время немецкой оккупации. Но, тем не менее, до сих пор эти фонтаны дарят воду, питьевую воду людям с ноября по май, если я не ошибаюсь. Ну, может быть, ошибаюсь. Конечно, ошибаешься. С марта по ноябрь. Но из нашего фонтанчика воды не напиться. Над улицей имени еврейского законоучителя Шимона Бен-Шетаха повисли цветочные шары. А еще здесь нашли себе место эти настенные граффити. Если интересны подробности, обратитесь к нашему видео «Разноцветный Иерусалим». Улица Яфа, самая длинная в Иерусалиме, выросла из древнего паломнического тракта. На площади перед муниципалитетом есть еще один фонтан с интересным названием «Винт Архимеда». Фонтан огражден. Работающий винт небезопасен для вездесущих и рвущихся к воде детей. Потом мы вернулись к фонтану Львов. И на этом наша прогулка по Иерусалиму закончилась. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Приглашаем подписаться тех, кто впервые на нашем канале. У вас есть возможность поблагодарить нас одноразово денежным взносом, нажав на кнопку «Супер спасибо» в виде сердечка или оформить небольшой месячный взнос и стать спонсором канала. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами. Мирного всем неба над головой, хороших выходных, всем здоровья и благополучия!